В историко-культурном центре состоялась 21-я конференция местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Перед делегатами выступил секретарь местного отделения партии Валерий Венцель. Он рассказал о деятельности партии в уходящем году и планах на 2019 год. В Ленинском районе реализуется 8 федеральных проектов, такие как «Крепкая семья», «Городская среда», «Здоровое будущее», «Старшее поколение», «Историческая память», «Детский спорт», «Новая школа», «Народный контроль» и один местный проект «Сеть правовой защиты населения». Приоритетные направления работы – создание благоприятных условий для населения, ликвидация очередей в детские сады, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, поддержка бизнеса, а также исполнение наказов жителей. Одна из главных проблем – транспортная ситуация в городе. Это у нас перекресток рядом с пожарами, это у нас Ермолино с обходного Калиновка, и это у нас пересечение Советской и Школьной улицы. Вот сегодня нам одобрили и финансирование на как раз-таки строительство и реконструкцию этих разведок. Перед собравшимися выступил депутат Московской областной думы Владимир Жук. Он говорил о повышении авторитета партии через конкретные дела. Чем лучше у нас будут жить люди, комфортнее, им будет находиться безопаснее, тем больше они будут нам доверять. И в этой связи те задачи, которые стоят перед региональным отделением, задача у нас всегда одна – это развитие территории. Во время конференции прошли выборы в местный политсовет партии. А завершилось мероприятие награждением членов и сторонников за активную общественную деятельность и личное участие в реализации партийных проектов.